Май месяц, Санта-Сусана, Испания. Объединенный чемпионат Европы по бодибилдингу среди мужчин, женщин, юниоров и мастеров. Я Александр Тимошенко для портала islav.ru и Андрей Попов. Это все? Просто Андрей Попов? Так все еще знают. Как в фильме «Просто Мария». Просто Мария, просто МММ. Андрей, скажи, пожалуйста, ты у нас в сборной России отличился от тем, хотя бы, что ты заявился в трех номинациях. Значит, ты заявился в мужском бодибилдинге, ты заявился в мастерах. Да, в мужском бодибилдинге 95 килограммов, в мастерах. И сегодня еще третья категория, в которой третий класс, в который ты заявился, это пары, мужчина и женщина. Зачем такая, так сказать, рассредоточение, распыление? Матом можно ругаться. Ну, матом можно и не надо ругаться, но, скажем так, коротко, ясно, как выстрел, сделай что-нибудь. На самом деле, я думаю, уже сейчас, наверное, зря так все. Слишком много всего, потому что ну, организм есть определенные ресурсы. Нельзя три дня подряд быть на пике и быть максимально обезвоженным. И это все туда-сюда, как бы действительно можно было сосредоточиться на одной-двух категориях. Вот. Неужели тебе не было кому подсказать? Нет, подсказать, конечно, было кому, но это же жадность человечества. Больше, больше. Спасибо. Так жадность, жадность, она в данном случае не в денежном эквиваленте, а в моральном. В моральном. Ну, это зачем все-таки три раза? В чем мораль? Чем больше, тем лучше. Чем больше, тем лучше. Больше чашек хотел завоевать, медалей. То есть вернуться на Россию весь в крестах, да? За сбитые самолеты. Герой, так сказать, российской сборной. Ты же едешь побеждать, ты думаешь, сейчас приедешь. Все охереют какой-то, волшебный. Да. А тут выходишь на сцену, блядь, и херак, выясняется, что таких охеренных приехало человек 15-20, да? Да, неожиданно. Да, неожиданно совершенно. Вообще, в прошлом году было вроде как по-другому. А в этом году те, кто сидели в засаду в прошлом году, вылезли, все встали, и оказалось, что хлопцев красивых много. Впечатления какие у тебя по тем категориям, которые были у тебя 95 мужчины и мастера? Жесть впечатления, особенно мастера. Ну, реально даже предположить не мог, что такое возможно в мастерах. Такой уровень, мы с Димоном стоим с Голубочкиным, смотрим, нереально. То есть, ну я же ездил на мир в Монголию. Там за 3-4 боролся на мире. А здесь 19 человек в категории, дров нет вообще, то есть вообще дров нет. И человек 15 реально хороших. Да, очень хороших. Очень хороших. Подтверждаю. То есть категория была сильнее, чем мужская категория 95. Реально. Объективно вот так вот получилось. Ну так и получилось. На самом деле категория даже из зала, так сказать, судейского столика смотрелась просто обалденно, на самом деле. Я скажу тебе больше, в категории предыдущей мужской такая же, так сказать, распасовка. И человек, который ее выиграл, мне совершенно непонятно, почему он выходил среди мастеров, поскольку бы он 100% бы дернул и мужчин, и я так думаю, что стал бы еще и абсолютно. Ну, абсолютно не знаю, но мужиков-то точно он бы выиграл. Это реально. Такой, блядь, ответ. Я думал, человек заблудился, как бы. Да, заблудился. Вместо своего возраста вышел в других. Да, серьезно. Ну что, так получилось, хороший турнир, хороший. Ты считаешь, это было... Что выступать, как бы, когда слабый уровень, ты, у тебя нет мотивации, ты, допустим, едешь куда-нибудь, верхний Жупинск выступать, ты не будешь так готовиться, как к такому турниру, ты будешь тебя жалеть, не дорабатывать, так, типа, ну а что, я все равно выиграю, да. А здесь ты выжимаешь из себя реально, ну реально все, что ты можешь. То есть как бы и по форме. Кроме жены, у тебя группа поддержки есть еще? Только форумчане. Нет, так я же говорю, что есть живая эта жена, а виртуальная поддержка у тебя присутствует все эти дни или нет? Ты ее чувствуешь? Да, ну ребята, конечно, поддерживают, за что им спасибо.
Вот. Ну, как бы тяжело, что сказать. В виртуальном мире тоже все непросто. Виртуальный мир тоже сложный. Сегодня... Давай я лучше попозирую, чтобы... Я очень надеюсь, что поклонники Андрея Попова и виртуальные, и не совсем виртуальные, живые, оценят наше сегодняшнее видео, поймут, в какой реальной форме находился Андрей. Андрей, покажи дельту, чтобы она у тебя так поделилась. Да, в какой форме находится Попов. И заслуживает он уважения своим выступлением. Ноги задери шорточку. Я думаю, что заслуживает. Спасибо.